Да и вообще я типа такой, знаете, ну, антихайп, антисамп по-другому, ну, мы просто не знаем. Это мое некоторое разоблачение на после всего этого. Они как бы не могут ходить и вообще не понимают. Знаете, с нами еще есть Вертич. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я вас тут всех категорически приветствую. И знаете, в чем дело? У меня давно не выходило роликов про Absolute Roleplay. Но знаете, в чем самая главная загвоздка? Если я говорю что-то нормальное или хотя бы, ну, такое, знаете, более-менее нейтральное про Absolute Roleplay, то ролик собирает очень мало просмотров. И поэтому сегодня, ну, я не буду опять в очередной раз говорить про ботов, про ботов, про каких-то прочих вот этих вот наборы ноликов, единичек и всего-всего прочего. Тем более, что трэш Адептус, мой дорогой друг, он не особо все это одобряет. Да и вообще я типа такой, знаете, такой я типа, знаете, антихайп, антисамп, антихайп, антипрофит, антипросмотры, антиабсолют ролеплей, я не знаю, то есть что-то вот наподобие того. И не так давно Абсолют Ролеплей заявили, что скоро на своих серверах сделают вайп. То есть вайп это там, знаете, освободятся, я так понимаю, все бизнесы, все дома или там некоторые бизнесы и некоторые дома, или там слет бизнесов, и слет некоторых домов, и все-все прочего. И разумеется, тут многие вот эти вот, знаете, недалекие люди, недалекие пользователи интернета, вообще не понимающие, что люди, стоящие в АФК все время, это тоже игроки, начали писать, мол, блять, а кто, вы че, типа, дебилы, вот у вас все вот эти вот дома, бизнесы, все прочее занято, и вы, типа, создаете вот некоторую такую видимость, что хоть кто-то на вашем проекте играет, а сейчас вы как бы, ну, опять сделаете этот вайп, и разумеется, боты-то все это купить не смогут. Ебать вы, конечно, дебилы. Блять, ну как ж так можно делать-то, ребят? Ну вы че в самом деле? Блять, пиздец, ребят. Мне вот иногда кажется, что всем людям, которые играют на Absolute Roleplay, они состоят в некоторой такой, знаете, масонской ложе, где находятся там, знаете, Артур Митин, Карлик Вор Иллюминат, там, с Diamond Roleplay. И вот чуваки с Absolute Roleplay, которым, видимо, знаете, как кремлеботам, платят по 15 рублей за комментарий, чтобы они такие, типа, приходили и говорили, мол, да ты чё, блять, АФКшники, они есть везде. Вот на вашей Аризоне, допустим, на центральном рынке, люди, продающие вот эти вот все шмотки, вещи, все прочие вот эти штуки, они же тоже АФКшники, ну ты чё в самом деле? А вот ты тут, ну я не знаю, а ты тут на Absolute Roleplay гонишь. Ты чё в самом деле? Нет, ну ты давай как-то нормально все весь этот вопрос-то решай, потому что по-другому, ну мы просто не знаем, чё можно. Ты вообще, ты дебил, видимо, ты дурак. Я не знаю, ты вообще, ты долбоёб. Блять, пиздец. Чел, ну ты, блять, ты дебил просто, понимаешь? И вот вы знаете, их, наверное, за все эти комментарии, как там, я не знаю, вот этот вот главный иллюминат, который там стоит в центре масонской ложи, он их, знаете, благословляет за каждый вот этот комментарий, за каждый вот этот, возможно, ответный какой-то видеоролик хейтерам Абсолюта, за каждый ролик там, типа, знаете, со стороны сервера Абсолют Ролеплей, типа, благословляют. И, скорее всего, это один такой, знаете, единый масонский заговор, который, типа, создан для того, чтобы люди просто какие-то реальные люди, не боты, заходили на весь этот, знаете, Абсолют Роллиплей и со временем сами становились частью всей этой масонской ложи. Поэтому, друзья, я что могу сказать? Распространите, пожалуйста, данный видеоролик во всех соцсетях. Это мое некоторое разоблачение на Absolute Roleplay, на абсолютно масонскую, на иллюминатскую ложу, которая вот делает нечто подобное. Разумеется, вы можете сказать, что вот этот вот весь прикол с иллюминатами, он уже очень сильно затянут, но вы не понимаете, что весь GTA Самп, он существует только с дозволения вот этих вот всех тайного мирового правительства, иллюминатов. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы с вами ничего подобного не случилось, чтобы вас, возможно, я там не знаю, ваши мозги не взломали иллюминаты, возможно, чтобы они не взломали вам ноги, потому что вот, допустим, Артур Митин Карлик Вор, он, допустим, взламывает ноги людям, они не могут ходить, и он их обворовывает в это время, то есть крадет у них там брелки, кошельки, какое-то другое ценное имущество, и вот после всего этого они как бы не могут ходить и вообще не понимают, обворовали меня или не обворовали, а что вообще случилось-то? Понимаете, в чем дело? Я вот единственный человек, который об этом говорит, и скорее всего, вот, знаете, с нами еще есть Вертеич, с нами еще есть какие-то прочие, вот эти мистер Кейбл, да, потом его, видимо, знаете, подкупили масоны иллюминаты, он перестал снимать GTA Самп, и все. И вот так вот оно все случилось. Скорее всего, что те, кто высказываются про Absolute Roleplay, их потом подкупают масоны иллюминаты из всей этой ложи и перенаправляют их куда-то в другую вот эту вот ютубную сферу, чтобы они там шли и больше вот этот вот весь авторитет Absolute Roleplay не подрывали. Поэтому, друзья, как бы, ну это все, что я мог сказать по поводу Absolute Roleplay.
AAA. Я не знаю, что еще можно сказать, что еще не можно сказать, что вообще есть на этом проекте, чего еще нету. Поэтому, друзья, пожалуйста, я вас прошу, распространите данное видео как можно скорее, как можно быстрее. Сделайте репост с моей страницы ВКонтакте, сделайте репост на свою страницу ВКонтакте, просто ссылки на данный видеоролик и все. Я думаю, что масоны, они перестанут существовать рано или поздно во всех этих GTA-самповских сферах, ложах, возможно, в прочих каких-то вещах. Поэтому, друзья, я вас предупредил, а вы уже, как с этим совсем поступить, решайте сами, пожалуйста. Потому что по-другому, ну, я просто не знаю, как мы все это будем делать. Однако, ладно, я снимал на проекте Arizona Rule Play Phoenix. Вроде как это не масонский проект, не иллюминатский, хотя я еще не знаю. А там есть мой никнейм Dante Connor, там есть мой промокод NoToxic54 и там есть все прочие вещи. Поэтому, друзья, пожалуйста, заходите и занимайтесь всеми своими делами, всеми своими, возможно, вещами именно там. Увидимся тут же завтра в 20:00, если масоны и иллюминаты не взломают мой мозг, не взломают мне ноги и не сделают чего-то прочего. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания.